Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас реакция из Африки. Зовут нашу гостью Саша Ли Сэмпсон, и она рэп, хип-хоп исполнительница. Всем приятного просмотра. Не забываем подписываться на наш телеграм-канал. Как дела, ребята? Это ваша Саша Ли. Надеюсь, у вас все хорошо. Сегодня я буду делать реакцию на SOS by Димаш. И это будет моя первая реакция на этого артиста. Я никогда не слушала Димаша до этого. И все это благодаря Рамьеру Лопесу. Надеюсь, я назвала его правильно. Именно он предложил сделать реакцию на это видео. И он столько всего хорошего рассказал о Димаше. Там был такой огромный разъяснительный комментарий о Димаше. И также он указал там все необходимые ссылки, что было очень удобно и приятно для меня. Вдобавок ко всему, он мне еще и письмо на почту отправил. На всякий пожарный. И меня это поразило. Вот этот комментарий. «Димаш считается самым лучшим певцом на планете. Для меня это так дико звучит, потому что я никогда его не слышала. И я не пойму, как так получилось. В мире нет больше человека, который способен был бы охватить все 8 октав. Это все 88 клавиш пианино. Он способен петь всеми регистрами, как мужчина и как женщина. Еще он пишет о том, что Димаш способен петь на более чем 12 языках. Я как будто только с пещеры вышла, раз ничего не слышала об этом парне. Да и вы знаете, что я в основном делаю реакции на рэперов». Je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un Dorian en détresse. J'ai mouillé pierre sur toi. Так, подождите. Я не была готова. Что это было? Мне нужно вернуться назад, потому что я не поняла, что я только что услышала. А услышала я два голоса, которые совершенно несовместимы. Вообще никак. Глубокий голос. А потом так высоко и гладко. Как? О, Господи! Ёшкин хобот, мурашки. Нет. Люблю его стиль, люблю его голос. Мне нравится, как он поет. Этот парень точно не с этого мира. Я к тому, что видео еще даже не закончилось, а я уже готовченко. Да что это такое? О боже, нет! Нет. Какого?
твою ж нежность. Это реально он поет сейчас? Напишите, пожалуйста, в комментах. Я просто хочу знать ваше мнение по этому поводу. Я вообще такого не ожидала. Он же звучит как мужчина и женщина. Да уж, и такое бывает. Похоже, там мужик плачет. Народ, люди смотрят его и плачут. Только один этот факт говорит о том, что он это нечто другое. Знаете, если Гарри Мак инопланетянин, тогда этот парень вообще с другой галактики. Я впервые слышу, чтобы кто-то пел настолько хорошо. Я не шарю в опере и в таких вещах, но я знаю, что я еще не раз вот это посмотрю. Я вся в мурашках. Вся. Эфиоп твою. Я просто не верю в услышанное. То, что люди ревут в аудитории, это говорит о том, что его голос способен как-то вызвать такие чувства. Что еще добавляет эмоции, так это сама песня. Там хочешь не хочешь, расчувствуешься. И сейчас я верю в то, что он может быть самым лучшим певцом в мире. Он же стер всех в мелкий песок. Я не думаю, что кто-то может посмотреть его выступление и сказать о нем что-то плохое. Но это ж логически невозможно. Он же просто инструмент ходячий. И в дополнение ко всему, в нем есть вот этот шарм. Он красивый. Да и в конце концов, он же парень. Мы подошли к концу этого видео. Надеюсь, вам все понравилось. Он взорвал мое сознание. Я до сих пор не верю, что он существует. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на Сашу. Подписываемся на наш канал. Всех люблю, всех обнял. Пока!